Всем привет, с вами я, Конор 41, и это новый выпуск новостей Яконска. Сегодня первая новость в том, что, в общем, Рами отказался от своего общего офиса, то есть общего отдела своего офиса канала Рами в себя в Яконске. Поэтому единственный офис это на 5 этаже жилого дома по адресу Советская, дом 3. Следующее у нас в том, что я немного поредактировал, можно сказать, немного настроил, чтобы можно было спокойно поиграть с шейдерами. В общем, да, немного поставил. Так, немножко понастроил сейчас. Так, я вот немножко понастроил, вот все. Ну и следующая новость в том, что я, продлил трамвайные пути. Так, давайте возьмем компас и долетим до него. Извиняюсь за лаги, но это из-за 2 9-этажек, которые стоят бок в бок. Так, вот остановился, трамвайный путь стоял, уже был доведен до остановки улица Калинина. Так, давайте-ка забью день. Все. Это под мостом вот проходил трамвай, и дальше до остановки улица Калинина. Так, проезжаем дальше мимо Ашана, перекрестка, ВТБ-24, банка. Мимо влагающих 9-этажек. И доезжаем до остановки зоопарк. Вот здесь зоопарк, вон остановка. Вот приезжаем уже в Леопольдовский район, проезжаем мимо мэрии, то есть администрации, мимо трехэтажной трехэтажки, аптеки и еще одна 5-этажки. Вот, кстати, я немного изменил сейчас ход здесь, немного модернизировал пути трамвайные. Раньше я клал просто редстоуновый блок энергорельсы. Немного доводил, а потом стоял обычные рельсы. Но я немного изменил. Теперь там стоят 2 редстоновых факела. Рядом с ними энергорельсы. А потом после них обычные рельсы. Так далее. Так, проезжаем мимо торгового центра Изумруд. Мимо 5-этажки. Мимо торгового жилого комплекса Интернационал. И мимо сквера Шкировский. Тут у нас остановка улица Академика Королева. Вот такого вот нового типа остановочный пункт версии 3.0. Так, тут у нас расхождение путей, тут эти пути ведут прямо по Градовскому проспекту, а эти ведут по улице Академика Королева. Так, поворачиваем туда. Так, следующая остановка у нас школа номер 8. То есть вот она. Проходим еще дальше. И проезжаем до остановки улицы 50 лет Победы. Вот этого. И рядом с остановкой находится районный суд, Леопольдовский районный суд и Яконский выставочный центр. Вот маршрут. Трамвай заканчивается, вот, и он останавливается в трамвайном депо номер 3. Вот здесь. Ну, тут у нас сундуки стоят, инструменты хранятся. Ну, а вот здесь у нас тоже столы, у нас тоже инструменты и верстаки. Тут у нас, я вот воронки поставил, слив грязи с трамвая. Вот, в общем, отдых прошел у трамвая, теперь едет дальше и возвращается на тот же пункт. Едет по тому же адресу, по тому же маршруту. Вот, приезжает здесь по тому же маршруту. Хотя, фиг знает, какая конечная остановка. Ну, приблизительно, это остановка. Трамвайное депо номер 1, которое на Советской. Короче, проезжаем.
Так, мы сейчас находимся на трамвайном депо номер один, то есть на Советской улице. Вот. Так, тут у нас есть четыре маршрута. Тут у нас первый маршрут из трамвайного депо номер один до ТРЦ Рио. Он изменен. Да. Он не до ТРЦ Рио, а до ЖД вокзала. Второй маршрут из ЖД вокзала. ЖД вокзала до депо номер два, то есть, но там написано ТРЦ Рио. Далее до аэропорта, и даже четвертый маршрут до улицы Космонавтов. Это, можно сказать, старый вариант, поскольку вступили в силу новые изменения, поэтому сейчас напишу. Так, вокзал. Раз изменения. Так, сейчас напишу. Так, ЖД. Вокзал, да. Ой, не написал. Трамвайный депо номер два. Так, этот же тоже из ЖД вокзала, да. Но уже есть до трамвайного депо номер три, поскольку он не останавливается на остановке аэропорт. И четвертый, хотя можно было не трогать. Ладно. Космонавтов. Ой. Космонавтов ЖД. Вокзал. Вот, все. Пока что вот такие вот маршруты. Так, тут, ну, добавлю я на всякий случай. Хотя можно было бы не показывать мне. Ну это так, let's build, короче. А, блин, по ошибке третий маршрут добавил, ладно. В общем, друзья, вот такой вот получился обзор на трамвай, то есть на новый трамвай на пути там в Сляпулевском районе. И это был вот такой вот выпуск новостей Якуновска. Ну что, с вами был я, Якор-1. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать мне комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новых новостей из Якуновска. Что ж, с вами был Якор-1. Являюсь я основателем и владельцем города. Всем удачи и всем пока.